Одесские тайбоксеры успешно выступили на чемпионате Европы во Франции. В активе представителей нашего региона 5 медалей, 2 золота, 2 серебра и бронза. Чемпионами в своих весовых категориях стали студенты Одесской юракадемии Олег Гута, а также Михаил Василиогла. Вторые места на счету Валентина Булата и Романа Вагилевича, а бронзу сумела добыть Виктория Иванец. Всего в соревнованиях приняли участие 350 человек из 24 стран. Украина на турнире была представлена командой в составе 10 человек, из которых семеро – одесситы. Общий результат выступления нашей сборной – 3 золота, 3 серебра и 3 бронзы.